Теремок ТВ. Мы супергерои! На острове Дом наш среди океана. Живем на чудесной странной планете. Летаем во все стороны света. Олда! Нас окружают острова на старинья. Эмоции не сдержал? Растет напряжение. Будешь ругаться? Вот ситуация. На вулкан злости. Депортация. Кто позавидовал, сразу в болото. Вот на нее не попадешь, это все неохота. Как же вернуться? Постараться придется. Если успокоиться, сила найдется. Мосики, и нас всего четыре. Саня! Рэй! Лола, а это, кстати, Филя. Притягивают нас приключения. Пускай! Мы друг за дружку. Мы мосики! Мансай! Филя против. А я так и вот так. А это как тебе, Лола? Я красавчик. А? Ага. Ансай! Попался! Вражеский лазутчик. Давно не играл в баскетбол. Эй, ты что? Рэй, ты Илю не видел? Рэй? Вот он. Мы в дочке матери играли. Как мило. Пили так тебя любит. Знаешь, сегодня расцветает симпатия обыкновенная. Ненавижу цветочки. Это кактус. Он цветет раз в году и только одну ночь. Ненавижу кактусы. В такую ночь хочется быть с теми, кто тебе дорог. Пиля приглашает тебя. Ненавижу Пилю. До вечера, Рэй. Симпатия? Это типа любовь? Ой, я никуда не пойду. Вот еще. Компьютер, режим зеркала. Так-то лучше. Я красавчик. Я пришел, детка. Где там твоя симпатия? Тоду злится. Осторожно, начинается притяжение зловулкана. Успокойтесь, это опасно. Все, телепортировался. Только не это! Давай, успокоюсь и вернусь домой. Успокоюсь и пойду смотреть на Лолину симпатию. Без Пили. Не думать о Пиле. Ненавижу Пилю! Это такая. И беспорядок. А еще Пиля пропал. Жара, беспорядок. Кажется, я знаю, где их искать. Клариса, покажи зловулкан. Там их точно нет. Они очень любят друг друга. О, нет. Пиля! Что это? Эй! Что делать? Отправим Блюма. Он им выдаст расслаблюмчики. Лола, зли его. Вот мы тебя сейчас. Лучше сам. Злись по-хорошему. Хватай его. Не трогайте меня. Отойдите. О, притяжение лабиринта ужасов. Будет весело. Получилось? Не совсем. Пещере страха. Не бойтесь за меня. С этими я справлюсь. Мансай! Кошмар. Лола, без паники. На зловулкане еще хуже. Ай!
Злости ноль, пора домой. Притяжение острова гармонии. Я же говорила, они любят друг друга. Ух. Ох, красиво. Невероятно. Душевненько. Ты говорила, кактус надо смотреть только с тем, кто дорог. Поэтому я пригласила всех вас. Ведь мы... Мансики! Осчастливьте меня. Лола, это тебе. Какая красивая. Похожа на мою экспериментальную фиалку. Стоп, я думала, что новый сорт вывела. Получается, нет. Не переживай, это он и есть. Что? Блюм, ты сорвал у Лолы цветок, чтобы ей же подарить? Так других нет. Нет, значит, надо сделать. Какой цветок тебе нужен? Заказывай. Необычный, какого у Лолы еще не было. У нее всякие были. Говорящих только не было. Такой слепим. Ну покажи. Не мешай. Кто я? Где я? Почему у меня одна нога? Ой! Потому что ты цветок! И тебя ослепила Саня! А я тебя Лоле подарю. Это ужасно! Родиться и узнать, что ты искусственный! И тебя готовят кому-то в подарок. Жалкая игрушка! Завяк не жить! Ну? И как дарить такой обморок? Придется его осчастливить. Осчастливьте меня, мне нужно. Я знаю, что тебе нужно. Это не опасно. Тебе понравится. Для счастья нужны тишина и покой. Наслаждайся. Я так и знал, все хотят от меня избавиться. Я никому не интересен. Конечно. Ведь я искусственный! Жалкая подделка! Ну что ты? Вот ведь расстроился. А кому расслаблюмчики? Нормальные цветы рождаются из земли, качаются на ветру. А я... Ой, меня укачало. Не беспокойтесь, это пыльца. Что это вы тут делаете? Цветок осчастливливаем. Чтобы Блюм его Лоле подарил. Это для науки, для гербария. Что такое гербарий? Не беспокойся, тебе понравится. Да что вы знаете о счастье? Счастье — это риск, отвага и слава. Собирайся, мы идем на подвиги. Не надо мне такого счастья. Не хочу, спасите. Ой, у меня сохнет стебелек. Это от волнения. Саня, объясни им. Мне для счастья нужно совсем немного. Это... Я знаю, что счастье — это... Предчувствия его не обманули. Все? Он растворился в грустной воде, да? Не смотри туда. Цветочек! Живой!
совсем. Я ведь искусственный. Взгрустну. Нет, всплакну, пожалуй. Странно. Рыдает, но выглядит вполне счастливым. И почему он не растворился? Он пластилиновый. Хоть здесь мне повезло. Как можно быть счастливым от грустной воды? Счастье у всех разное. Я вот его понимаю. Лола, вот тебе цветочек. Не обольщайтесь, я искусственный. Говорящий? Какая прелесть! Прелесть? Кстати, что такое гербарий? Гербарий – это коллекция сушеных растений. Корни, листья, лепестки. Не бойся, гербарий не для тебя. Ты ведь искусственный. Во всем есть плюсы. Не так ли, девушка? Вы так загадочно молчите. А что еще нужно для счастья одинокому пиону? Только понимание. Подлейте нам водички. Спасибо. Как это мило. Спасибо, Блюмчик.